Из-за сильной грозы вчера, 23 июня, без электричества остались жители нескольких населенных пунктов Чувашии. Электричество было отключено в Мариинско-Посадском, Янтиковском, Канашском, Цивильском, Красноармейском, Аргаушском и Шумерлинском районах. Без света остались более 15 тысяч человек. На места отключений сразу же выехали сотрудники регионального МЧС. 23 июня вечером свет удалось подключить в Мариинско-Посадском и Канашском районах. В Шумерлинском районе электричество было восстановлено ночью. В настоящее время электроэнергия подается в полном объеме. Всего на ликвидации последствий работали около 100 человек и более 20 единиц техники. Из-за сильного дождя в столице Чувашии на 2 часа пришлось прервать концертную программу. Всероссийский фестиваль «Родники России», который по традиции проходит на сцене перед Чувашским драмтеатром, решили не переносить. За считанные минуты на основной площадке навели порядок. Это тот самый случай, когда я на «Родниках России» одна. Правда, жалко, нет зрителей, но ничего. В этом тоже есть своя прелесть. Чувствуется вода где-то там и чувствуется, что мы еще поработаем. Чебоксарцы и гости столицы, несмотря ни на что, ждали выступления артистов. Причем на настроении гостей праздника стихия никак не сказалась. Не расстроились, то, что вот так у нас все получилось? Да нет, не расстроились. Все отлично. Нет, конечно, нет. Нет, нисколечко. Отличная погода, по-моему. Фейерверков ждем. Будут фейерверки в 11. Задорные песни, зажигательные танцы. Участники фестиваля «Родники России» всем своим видом показывали, что никакая стихия не помеха. Когда поет душа, ноги сами пускаются в пляс. Пока шла наладка оборудования, артисты устроили концерт прямо за сценой. Есть такая примета, когда покричишь дружно вместе: «Дождик, дождик, перестань, я поеду на Растань». И мы кричали в небо, и мне кажется, небо стало светлее. И я от этого, и настроение хорошее. И тем более фестиваль – это тогда, когда друг у друга чего-то перенимают, танцуют вместе. Здорово, сразу поднимается настроение. Ничто не может помешать русской душе веселиться. Ни дождь, ни слякоть, ни даже град. А это значит, что праздник продолжается. Анастасия Алексеева, Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.